Всем привет, вы на канале Ава. Сегодня у нас обзор лучших кухонных новинок. Готовим вкусно и с удовольствием. Современная техника способна сделать приготовление пищи не только более быстрым и легким, но и куда более приятным делом. Мы подготовили для вас подборку лучших новинок кухонной техники, с которыми вы полюбите готовить. И мы начинаем. Смешиваем и измельчаем. Часто больше всего времени при приготовлении пищи занимает предварительная обработка продуктов. С качественной техникой это не проблема. Электромясорубка Moulinex ME106832. Электромясорубка от Moulinex станет настоящей находкой для любителей котлет, пельменей, лазаньи или домашних колбасок. Долгое и нудное прокручивание мяса вручную осталось в прошлом. Этот небольшой прибор обладает хорошей мощностью и способен сделать до 1,7 кг фарша всего за минуту. Теперь ничто не мешает приготовить много фарша, налепить из него полуфабрикатов и просто сложить в морозилку. Электромясорубка оборудована решетками с разными размерами отверстий для мелкого и более крупно порубленного фарша. В комплект также входит насадка для набивания колбас. Функция реверса позволит одним нажатием кнопки прокрутить шнек в обратную сторону и извлечь застрявшие кусочки мяса. А металлическое соединение деталей обеспечит долговечность мясорубки. Погружной блендер Bosch Ergomix Style MSM6S70B тоже может порубить фарш, а также сделать еще немало кухонной работы: измельчить орехи, наколоть лед, приготовить пюре, взбить крем и многое другое. Благодаря погружным насадкам использовать блендер можно с любой удобной вам посудой. А чаша-измельчитель объемом целых 700 мл позволит измельчить продукты быстро и чисто, без брызг. За быстроту отвечают и 12 скоростей с плавным переключением и функцией турборежима. Несмотря на мощность, прибор удобно лежит в руке и не выскальзывает за счет прорезиненной ручки эргономичной формы. А двигатель гасит вибрации корпуса. В комплект входит насадка-измельчитель, венчик для взбивания, чаша-измельчитель, нож для колки льда, мерный стакан. Все насадки и лезвия металлические, что продлевает срок службы блендера. Кухонный комбайн Moulinex Double Force FP826H10. Если блендера вам недостаточно, то рекомендуем обратить внимание на кухонный комбайн Moulinex Double Force FP826H10. Способный заменить собой целый набор кухонной техники, от блендера и овощерезки до миксера и соковыжималки. Но давайте по порядку. Во-первых, прибор может справиться как с мягкими и жидкими, так и с более твердыми продуктами, включая орехи. Предусмотрены даже два выхода мотора, для смешивания жидких и плотных субстанций. Во-вторых, импульсный режим работы обеспечивает равномерное смешивание и предотвращает повреждение комбайна при работе с твердыми частицами. В-третьих, количество разных насадок просто огромно. Это большая чаша на 3 литра, насадка блендер, мини-измельчитель, несколько терок, насадки для взбивания и замешивания теста, пресс для цитрусовых. Наконец, 7 разных автоматических программ и сенсорное управление делают использование прибора очень простым и удобным. Жарим, тушим, разогреваем. Приготовить полноценный обед или ужин, не находясь на кухне часами, легко. Мультиварка Redmond RMCM42S. Можно ли сварить суп, сделать второй гарнир, приготовить кашу на завтрак, сделать блюдо на пару, для диетического питания, порадовать детей вкусным домашним йогуртом при помощи всего лишь одного прибора. Конечно, если речь о мультиварке Redmond RMCM42S, она умеет все это и даже немного больше. 15 автоматических программ рассчитаны на приготовление самых разных блюд, включая выпечку хлеба, пиццу, приготовление йогурта. Если автоматического функционала недостаточно, режим мультиповар позволит самостоятельно указать температуру и время готовки, а функция мультишеф
Изменить эти параметры прямо в процессе. Отложенный старт и возможность управления со смартфона сделают использование мультиварки еще более удобным. А теперь сюрприз. Эта новая модель отлично подходит для технологии сувид. Приготовление пищи в вакуумных пакетах при низкой температуре для сохранения максимума полезных веществ. Электрогриль Tefal Family Grill TG-803832. Не представляете жизни без жареного мяса и с нетерпением ожидаете начала сезона шашлыков? Зачем ждать? Электрогриль Tefal Family Grill приготовит для вас отличное мясо, пусть без запаха дымка, зато в любое удобное время. Прибор оборудован двумя пластинами, причем температура настраивается для каждой пластины отдельно. Поэтому можно одновременно жарить разные виды продуктов. Еще один плюс – разная поверхность пластин. Гладкая сторона предназначена для приготовления морепродуктов, грибов, а рифленая идеально для мясных и рыбных стейков, овощей, гриль и так далее. При этом благодаря антипригарному покрытию пластины легко моются, в том числе в посудомоечной машине. По 5 температурных режимов для каждой пластины. И лоток для сбора масла обеспечит вас вкусной и полезной едой, не пережаренной и без лишнего жира. Микроволновая печь Швеки SMW-2015E. Свежеприготовленная пища вкусна и полезна, но готовить 3 раза в день могут позволить себе не все. Микроволновая печь Швеки поможет разогреть любое блюдо, не тратя много времени и не пачкая лишнюю посуду, что тоже важно для занятых людей. 11 режимов мощности и функция разморозки позволит подобрать оптимальную температуру для любого вида продукта. Разогреть суп, разморозить курицу или просто слегка подогреть сок для ребенка. Объем камеры составляет 20 литров, поэтому туда поместятся даже довольно большие чашки. Полезно, если семья большая. Цифровой дисплей делает управление печью простым и понятным. А благодаря блокировке панели управления вы можете не беспокоиться, что маленькие дети в ваше отсутствие используют прибор не по назначению. Выпекаем. Вы любите выпечку так, как любим ее? Тогда вам обязательно пригодятся эти устройства. Электровафельница WIS 101. Пока мультиварка готовит, а микроволновая печь разогревает еду, можно побаловать себя вкусными вафельками. Электровафельница Супра WIS 101 идеально подойдет для их приготовления за счет простого, но в то же время продуманного дизайна. Достаточно налить тесто на пластину и закрыть крышку, и в считанные секунды вафли будут готовы. Но если хочется по-настоящему вспомнить вкус детства, то можно свернуть горячие вафли в трубочку или рожок и наполнить их кремом или сгущенкой. Конус и цилиндрическая палочка для сворачивания входят в комплект. Вафельница имеет длинный шнур и небольшой вес, всего 1,6 килограмма, поэтому ее удобно использовать в любом месте или брать с собой, например, на дачу. Антипригарное покрытие пластин легко моется и позволяет готовить без лишнего жира. Мультипекарь Redmond RMBM615/10 способен приготовить с десяток разных блюд, которые порадуют любого сладкоежку и не только. Вафли, пончики, печенье, кексы, орешки со сгущенкой, уже слюнки потекли. Правда, прибор поможет с приготовлением и несладкой выпечки, пиццы, сэндвичей. Его можно использовать даже как гриль. Вот уж по-настоящему многофункциональное устройство. Таковым мультипекарь делает набор из 10 сменных пластин с поверхностью разной формы. Кстати, пластины имеют керамическое антипригарное покрытие, позволяющее готовить без масла. Так что даже если вы на диете, то все равно сможете иногда побаловать себя вкуснейшей выпечкой. При этом время готовки минимально, ведь температурное воздействие на продукты идет одновременно и снизу, и сверху. Чаевничек. Отдыхать от кухонных трудов лучше всего за чашкой чая, разве нет? Электрочайник Scarlett Essex 21S54. Конечно, вкус чая зависит, прежде всего, от заварки.
Но ведь правильно вскипятить воду – тоже искусство. Не спешите смеяться. Сколько раз вы сталкивались с посторонним привкусом воды после кипячения в электрочайниках? С моделью Scarlett SAIC-21S54 такого точно не случится. Все дело в том, что ее корпус не пластиковый, а из нержавеющей стали, что не только избавляет от привкуса, но и значительно увеличивает срок эксплуатации прибора, а также облегчает чистку. При этом объем чайника достаточно большой – 1,7 литра, чего хватит даже на большую семью. А благодаря высокой мощности вода закипит быстро. Что еще? Стильный дизайн в стиле ретро и функция автоотключения при отсутствии воды. Термопод TPS-3011. Главный минус любого чайника в том, что он может лишь вскипятить воду, но не сохранить ее горячей. Бывало такое, что вы ставили чайник, забывали о нем, а когда вспоминали и приходили налить чайку, обнаруживали, что вода уже безнадежно стыла. Для таких забываек спасением может стать термопод Supra TPS-3011. Модель объемом целых 3 литра не просто вскипятит воду, но и будет поддерживать ее температуру на уровне 85 градусов Цельсия в течение всего дня. Очень удобно. Такой прибор будет полезен как дома, так и в офисе, где все пьют чай в разное время. Кстати, термопод пригодится и в случае отключения электроэнергии, когда воспользоваться электрочайником не получится. Эффект термоса надолго сохранит воду горячей. А чтобы налить воду в чашку, можно воспользоваться автоматическим или механическим насосом. Так что тут отсутствие электричества не помешает. Мы надеемся, вам понравилось, и вы оцените это видео, нажав на лайк. Подписывайтесь на канал Ава. Это был обзор лучших кухонных новинок. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Всем до встречи.